Уделить особое внимание безопасности своих детей во время зимних каникул призывают сотрудники Камчатской госавтоинспекции. Зимой из-за неблагоприятных погодных условий в группу риска попадают как маленькие пешеходы, так и дети-пассажиры. Родители при перевозке детей в автомобиле в обязательном порядке должны использовать детское автокресло, поскольку это самое надежное устройство. Также необходимо обратить внимание родителей на передвижение детей в общественном транспорте. Для безопасности необходимо выполнять следующие правила. Входить в автобус и выходить из него только после его полной остановки. Во время новогодних праздников и каникул в целях предотвращения ДТП в усиленном режиме будут работать сотрудники госавтоинспекции. В этот период на дорогах края будет увеличено количество нарядов ДПС. Уважаемые участники дорожного движения, госавтоинспекция напоминает вам о необходимости соблюдения правил дорожного движения. Не злоупотребляйте алкогольными напитками и не садитесь за руль в состоянии опьянения. Уважайте пешеходов и пассажиров общественного транспорта. Всем родителям рекомендуется приучать детей к ношению светоотражающих элементов на одежде, особенно в темное время суток. Это в несколько раз снижает риск аварий с пешеходами и делает ребенка гораздо заметнее на дороге. Госавтоинспекция призывает граждан не быть равнодушными, проявлять свою гражданскую позицию, сообщая о нарушениях правил дорожного движения в дежурную часть ГИБДД по телефону, который вы видите на своих экранах.